Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. На днях Кристина Орбакайте делилась кадрами с детьми. Она провела время с дочкой и своим сыном Дэнни. Теперь артистка уехала на гастроли. 23 августа Орбакайте дала концерт в Евпатории. После выступления певица с букетами цветов торопилась сесть в автомобиль, но поклонники буквально окружили ее. Они выкрикивали Кристине слова любви и восхищения. Поклонники Кристины Орбакайте отметили, что она очень похожа на свою маму. А что думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.